Жайынша Асан Кызы – одна из тех, кто пришел на встречу с журналистами в Астане, чтобы довести информацию до властей Казахстана. По словам пожилой женщины, китайские власти в начале года арестовали ее младшую дочь, получившую от Казахстана вид на жительство. Среди получивших в Казахстане вид на жительство этнических казахов, которые не могут вернуться из Китая, есть и пожилые люди, старше 80 лет. Жалуясь журналистам, переселенцы говорят, их родственникам в Китае очень тяжело. Қытай полициялары на паспортын жинап алды. Ықтиярғатмен қосып. Содан бірінші айдың 20-сы күні 2018 жылы. Әкем тұтқыйлы ауырып қайтыс болды. Қазір мына шешем көрінгенің үйінде жүр. Шешеміз кел алмай. Мына ықтияр қатын Қазақстан берген ықтияр қат. 2022 жылы уақыт мерзім бітеді. Соған қарамастан Үрімжідегі Қазақстан консулхана зорлықпен тапсырды бізді. По словам официального представителя Министерства иностранных дел, который сегодня провел пресс-конференцию, до 26 ноября в ведомство обратились более 900 человек с жалобами на притеснение этнических казахов, являющихся гражданами Казахстана и гражданами Китая. 2018 жылдың басынан бастап, қос азаматтығы үшін күдікпен Қытай аумағында 29 Қазақстан азаматы ұсталған болатын. Оның 15-і біздің күш әрекеттеріміздің арқасында босатылып, елге оралды. Қазіргі таңда Қытай аумағында ұсталып, немесе шыға алмай отырған Қазақстанның азаматы 14 болып саналады. 14 адам. Первые сообщения о притеснениях этнических групп в китайском Синьцзяне начали поступать в апреле 2017 года. Китайские власти отрицают сообщения о притеснениях представителей этнических меньшинств и утверждают, в центрах профессионального образования они совершенствуют свои профессиональные навыки и изучают местный язык. Тимур Айтмухамбет, Уркен Джоймерген и Ержан Амирханов, Азаттык ТВ.